Мы одна страна, мы граждане единой Родины. Поэтому, конечно, нас сближает очень много традиционных, культурных, исторических корней. Все народы Кавказа, в частности, и прежде всего, народы Северного Кавказа. И самое главное, наверное, для нас то, что все мы являемся народами российской судьбы. Это тоже очень важно. Вот эта дружба народов является главным двигателем нашего продвижения вперед. И сегодня тоже надо уделять этому внимание. Поэтому мы вместе сегодня с Ингушетией, вместе с Евкуровым. Здесь Юрий Успех говорил, какие главные профессии, которые содействуют. Главная профессия – это Евкуров. Главная профессия – это глава республики, потому что с его приходом существенным образом изменилась ситуация в республике, самочувствие людей, состояние экономики. Это его очередной подвиг.